Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Алексей Шарапов. И сегодня я хотел бы поделиться с вами своей методикой изучения аккордов. Этот ролик ни в коем случае не учебный. Просто я думаю, что найдутся люди, которым будет полезна эта информация, поскольку сам первоначальный момент испытал какие-то сложности в этом. Вот, и сегодня хочу как раз поделиться с вами этапами своего изучения аккордов. Гармонь у меня 25/27 или 27/25, в левой клавиатуре 25 кнопочек и в правой клавиатуре 27. Что это означает для тех, кто не знает? Вот перед вами клавиатура синтезатора, ну, пианино. И как видим, у нас вот белые клавиши есть и черные. Белых клавиш, если взять в пределах одной октавы, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. И черненьких клавиш — это до диез, ре диез, фа диез, соль диез и си бемоль. Так вот, у тех, у кого 25/25 гармонь, у них нет вот этих двух клавиш черненьких, си бемоль и до диеза. Они, как мне кажется, очень-очень важны, поскольку без этих клавиш очень затруднительно сыграть произведение шансона, ну, например, Михаила Круга, поскольку у него очень много встречается и нотка до диез, и си бемоль. Эти ноты входят в аккорды ля мажор и ля септ аккорд, мажорный септ аккорд, и нотка си бемоль входит в соль мажор, в соль минор, извиняюсь. Вот, и в произведениях Михаила Круга очень много вот этих аккордов как раз встречается, почти в каждом произведении. Вот, ну и разумеется, у кого нет данных клавиш, будет трудно, затруднительно сыграть. Сыграть, конечно, некоторые умудряются и на гармоне 25/25, но звук совершенно другой, даже как бы произведение совсем меняется. Вот. Для тех, кто некую иллюзию испытывает, что эти ноты можно комбинацией каких-то нот других заменить, разочарую вас, заменить данные ноты ничем нельзя, поскольку это уже будет против законов физики. Каждая нота имеет свое звуковое колебание, свою определенную частоту, и заменить ее уже ничем, никакой комбинацией нельзя. Это или есть, или нет. Поэтому для тех, кто еще не купил инструмент или собирается в ближайшем времени приобрести что-то новое, я сразу рекомендую покупать гармонь 25/27. Ну и теперь непосредственно перейдем к тому, что удалось мне наковырять, так сказать, свою какую-то систему. Что я сделал? Во-первых, порылся в интернете, посмотрел, что есть на данную тему, какие схемы есть аккордов. И, к своему удивлению, увидел, что по части гармонии почти ничего и нет. Есть определенная какая-то малость, небольшие схемки, но аккордов там очень мало. Ну, самые такие вот основные, которые вот на гармонии 25/25 как раз идут. Вот. И там очень-очень мало аккордов. Пришлось сесть и, так сказать, разработать свои
таблицы, свои схематические картинки с этими аккордами. Вот что у меня получилось. Итак, вот что у меня получилось. Так вот, папочку завел себе. Скачал вот такую вот картинку с правой клавиатурой гармонии 27/25. Сразу оговорюсь, данные схемы, которые я составил, ими могут пользоваться и конечно, все желающие, у кого гармонь 25/25. Просто у вас не будет вот этих двух кнопок, вы не сможете сыграть полноценный аккорд, где вот эти вот кнопочки две есть, до диез и си бемоль. Вот. Но тем не менее, как я вижу, это можно брать две, скажем, или какую-то ноту играть, которая входит в этот состав этого аккорда, без этих. А, допустим, вокалом, если вы поете или кто-то поет под ваш аккомпанемент, уже воспроизводить недостающие вот эти звуки. Это как бы будет, ну, такой один из вариантов, как можно. Замена аккорда на близлежащий – это всегда хуже, потому что произведение уже теряет свой смысл. Это уже получается другая мелодия. Вот, распечатал я вот такую вот схему и взял, выписал все аккорды, которые мне нужны. Кстати, в основном-то и долго не пришлось мне ковыряться, возиться, искать, какие аккорды. Я нашел на просторах интернета сайт Николая Кириллина, где он как раз объясняет, какие аккорды основные входят в тональности ля минор и до мажор. Это как раз то, что нам надо. У нас гармонии как раз заточены под эти две тональности. Вот, дальше я покажу, как это все выглядит. И вот что мы видим здесь. Основные аккорды, измененные аккорды и септаккорды есть. Вот, основные аккорды. Это если взять среднюю на клавиатуре, средний рядок, там входят ля минор, ре минор и ми мажор. И дальше идут в крайнем рядочке, это уже из до мажора, это вот ля минор, это до мажор, а в до мажор входят аккорды. Основные это соль мажор, до мажор и фа мажор. Вот это основные. Ну и дальше вот измененные аккорды, которые наиболее часто встречаются в произведениях. Это си мажор, соль минор, фа минор, ля мажор, ре мажор, ми минор, си бемоль мажор и уменьшенный вот такой вот это цифробуквенным видом изображается си уменьшенный, он всегда минорный. Вот. И септаккорды идут уже различные. Вот все, что на первых порах хотя бы это понадобится. С таким набором вот аккордов, но я там добавил еще ре-секст аккорд, добавил он, потому что довольно часто тоже встречается. Вот, вот такого набора аккордов, на мой взгляд, уже за глаза хватит, ну, по крайней мере, начинающим, любителям. Вот, ну и вот как примерно это выглядит. Вот берем любой, вот допустим, ля мажор открываем. Вот.
Что мы видим? Вот красными кнопочками я один из вариантов обращения этого аккорда. Что такое обращение аккорда? У нас несколько октав, и в каждой октаве есть, допустим, в первой октаве нота до, во второй октаве нота до, в третьей октаве. И мы можем переносить вот одну ноту из одной октавы в другую, и у нас расположение пальцев меняется. Вернее, не расположение пальцев, расположение нот. Вот, можно брать и так, и сяк, допустим, данный аккорд. Главное, чтобы в этот аккорд, вот, все аккорды состоят из трех звуков. Данные. Все три звука входили. Здесь вот мы видим до диез, ля и ми. Стало быть, вот до диез мы уже перенести никуда не сможем, поскольку он один у нас, одна кнопочка. А вот что касается ля и ми, эти нотки мы можем менять местами. Например, вот эту ми мы можем вот сюда перенести. Или вот, скажем, вот эту нотку ля мы можем вот сюда перенести. Краска звучания аккорда будет при этом несколько меняться. Вот. Дальше я покажу еще, для чего это надо. Вот. И этих аккордов у нас вот получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать шесть аккордов. Вот. Если кому-то этого недостаточно будет, откуда можно взять аккорды? И вообще, как я проверяю правильность при составлении данных таблиц? Просто, когда купил синтезатор, с ним шла вот такая вот брошюрка. И в этой брошюрке есть приложение. Вот такое вот приложение, где все аккорды даются на любую тональность. Но нас интересует вот в данном случае это ля тональность и до. И вот вы просто в колоночке смотрите интересующие вас аккорды. Все, и любые вот пошли, все минорные, мажорные, там какие-то, я вот не знаю, есть аккорды сус, это с задержкой. Я пока их вроде, ну как-то где-то встречал вроде, но мне пока они не надобились вроде. Если понадобится, я еще дополнительно эти таблички сделаю. Сюда я табличку тоже вот эту как бы внес. Вот она, эта таблица. Кому что-то будет недостаточно, вы можете всегда найти себе, вот допустим, секст-аккорды любые. Вот, пожалуйста, до, ре, ми. Вот идете по рядочку и все вот эти нотки просто рисуете себе. И все. Любой секст-аккорд можно. Там любой вот другой, каких в данной табличке у меня не будет. Вот это что касается таблицы. Для чего, собственно, она нужна, эта таблица? Я вот посмотрел отзывы, ну, посещаю иногда сайты гармонистов, которые мне нравятся по стилю игры. И обычно всегда читаю отзывы. Очень много в отзывах пишут и просят данных авторов сделать разбор, так называемый, какого-то произведения. Вот. Но поскольку все это связано с затратой большого количества времени, очень мало авторов идут навстречу и делают разборы. В то же время, изучив вот эти вот аккорды, вы сможете всегда сами разобраться и подобрать любую мелодию, любую. Как это делается? Сейчас я вам покажу. Вот все аккорды есть. Вам надо только выучить
буквенно-цифровое название данных аккордов. И все. Их, собственно, не так много. Это все просто. Вот есть, допустим, мажорные аккорды, которые просто буквы обозначаются. Есть минорные, которые буква и буковка М рядом. И есть, допустим, это вот основные, что касается аккорды. И есть аккорды, септ аккорды, они с семерочкой. Ну и есть вот секст аккорды. Вместо семерочки будет просто шестерка стоять. Вот. Что вам надо сделать? Выучили вы буквенно-цифровое обозначение данных аккордов? Заходите в интернет и, к примеру, понравилась вам какая-то песня. Вот вчера буквально я скачал. Вот Михаил Круг, «Девочка Пай». Все. Вот вы набираете в поисковике «Девочка Пай», аккорды в ля миноре. Еще раз повторяю, нас интересует только ля минор и до мажор. Возможности гармонии не такие большие, как у баяна. Поэтому у нас только вот такие вот в ля миноре и в до мажоре. Открываем. И вот сразу же видим, допустим, первый сайт открываем. «Девочка Пай». Все. Что мы видим? Вот, пожалуйста, есть у нас текст. И в тексте, как бы над строчкой, вот как раз написано, какие аккорды применяются. Все. Вам больше ничего не надо. Берете вот это вот себе, распечатываете. И тупо вот аккорд зажали. И поете. Все, вот, пожалуйста, вступление. И так любую песню. И вот в самый низ спускаемся. Кстати, вот очень хороший сайт, сейчас покажу почему. И вот мы видим другие песни Михаила Круг. Вот, пожалуйста, есть «Золотые купола», есть вот «Белый снег», «Владимирский централ». Ну вот сколько, много песен. То есть вы можете любую песню открыть. Вот где-то там видел, кто-то просит показать разбор, допустим, «Приходите в мой дом». Вот, пожалуйста, открываем песню «Приходите в мой дом». Вот она, пожалуйста, вам песня «Приходите в мой дом». Но, как мы видим, песня эта в тональности ми, ми минор, а нам надо ля минор. Но вот здесь вот как раз есть вот такой вот сносочка «Выбрать тональность». Это называется транспонирование. То есть мы вот из одной тональности транспонируем в другую нужную нам. А нам надо ля минор. Нажимаем ля минор. Все. Вот, пожалуйста, то, что нам надо. Что еще в данном сайте очень здорово? Вот здесь вот есть «Скачать MP3». То есть тут, значит, есть проигрыш мелодии. Вы можете послушать, какую мелодию вы точно вот не знаете, как она звучит. Есть «Распечатать». Вы берете, вот тупо нажимаете «Распечатать». Все, если у вас принтер подключен, он вам... Вот, пожалуйста, я буквально вчера распечатал. Что-то интересно стало. Вот «Девочка Пай» посмотрел. Вот Сергей Баландин играет, мне тоже вот нравится его стиль игры. Что удивительно,
Он там о себе говорит, что нигде и никогда не учился, ни в музыкальных школах, ни в кружках, то есть сам дошел до всего. Вот. Но уровень игры довольно-таки неплохой. Мне во всяком случае нравится. Я вот выбираю для себя таких вот баянистов, гармонистов. И примерно себе ориентиры какие-то, не то, что я хочу достичь ихнего результата, а просто ставлю себе планку, к чему стремиться. Вот. Сейчас я покажу вам и объясню, как вот дальше вот эта вот система вся работает по аккордам. То есть вот все тут вот я вам показал. Вы выбираете себе песню нужную, выбираете тональность ля минор, или если это веселая песня, там наверняка будет до мажор. Все, выбрали тональность, поставили, перевели, скачали ноты и разучиваете вот согласно приведенных мной таблиц аккордов, выбираете вот эти аккорды, смотрите, как они ставятся, все, и разучиваете. Дальше двигаемся. Поскольку это приведен один лишь из вариантов, вот красным, допустим, ре минор, и показано, вот, вот три нотки входят в ре минор, ре, фа и ля, вот они, нотки. Но как мы видим, и здесь вот есть ре, фа, ля, и здесь есть ре, фа, ля, то есть вы можете... В зависимости от вашего произведения, в зависимости от того, как вы играете, вы можете любую комбинацию вот этих вот трех звуков делать. Взять их здесь, или, допустим, вот фа-ля здесь берете, а ре, допустим, здесь берете. То есть можно различные сочетания. Или ре-фа здесь берете, а фа-ля здесь. Пожалуйста, можно любое сочетание, вернее, ре-фа здесь, ля здесь, вот так вот, различное. Или, скажем, ре здесь, а фа-ля здесь. Это уже вы сами определитесь. Я сначала хотел еще аппликатуру сразу дать, поставить. То есть это пальчики поставить. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И каким пальцем удобнее всего брать. Но потом подумал, вы ведь будете под себя подстраивать, менять определенные какие-то нужные вам комбинации этих клавиш. И поэтому решил... с аппликатурой пока не связываться. Вы сами потом разберетесь, что к чему. Вот это что касается таблиц. Все эти вот данные я собрал в архивчик. Архивчик я снизу видео приложу. Так, да, еще забыл тут показать в этом сайтике. Забыл вам сказать. Поскольку интересы и вообще пристрастие к определенному виду музыки у всех, разумеется, разное. Кому-то нравится шансон, кто-то его вообще терпеть не может. Вот, кому-то нравится попса там. Ну, то есть разные у нас интересы, разные вкусы. А вот поэтому еще забыл вам сказать, здесь вот сверху данного сайтика есть вот песенник с аккордами. Это вот просто мы выбрали, допустим, Михаил Круг, и вот его песни тут сколько. Вот заходим в песенник с аккордами,
И здесь, как мы видим, открывается очень-очень много, чего только тут нету. То есть вы выбираете себе любую какую-то группу, которая вам понравилась, и качаете себе уже песни какой-то группы или какого-то певца. Вот, допустим, Чиж и компания тоже тут на днях вот скачал. Вот пуля просвистела. Нравится мне эта песня. Может, в Новый год попоем. Открываем и смотрим данную песню. Вот, пожалуйста, вот пуля просвистела. Открываем. Вот сразу тут уже в ля миноре, видите, в ля миноре, ничего не надо переводить. Все, вот, пожалуйста, вам все аккорды, все слова берете, вам только взять и подставить. Вот сейчас я дальше покажу, как это на практике делается. Итак, как я работаю с аккордами. Для начала вам, конечно, надо вот эти вот 6 основных аккордов поставить, что я и сделал сначала для себя. Познакомиться с ними и попробовать поиграть. Вот берем сначала аккорды ля минор. Три аккорда. Вот ля минор. Присмотрел вот Владислав Власов, как играет он еще вот нижнюю, это вернее, да, нижнюю нотку вот эту добавляет дополнительно, она как бы есть уже, он дублирует ее просто, но нота ми, она тут вот есть и тут. Получается, из четырех нот как бы более сочно звучит. Вот ля минор, ре минор, и ми, ми мажор. Вот, пожалуйста, три аккорда, входящие в ля минор. И теперь три аккорда, входящие в до мажор. До мажор можно так вот взять. Но тоже вот в аппликатуре Владислава Власова вот очень часто вот такое сочетание встречается, постановка пальцев. Дальше я покажу вот почему именно вот под себя он подстраивал эту аппликатуру. Вот до, соль и фа. Вот эти 6 аккордов. К ним, к этим вот, к 6 аккордам, дополнительно сразу надо ля мажор, септаккорд. И соль минор. Получается у нас 6 аккордов и еще один аккордик возьмем. Это си септ.
все, получается у нас на первых порах 7 аккордов. С этими аккордами уже, с 7, можно массу вещей сыграть. Сейчас я вам покажу, как я на первых порах начал тренироваться с этими аккордами. Сразу хотел бы сказать о первом пальце. Вот большой палец, первый по обозначению. Он очень частенько используется, и поэтому, как говорил мой друг, был друг у меня раньше, баянист, к сожалению, сейчас уже нет в живых, он сказал, что: «Леша, пользуйся большим пальцем, большой палец должен порхать над клавиатурой». И он действительно был прав. Я посмотрел, вот такие продвинутые баянисты, гармонисты, они очень широко применяют большой палец. Вот в данном случае си-септ-аккорд мы берем вот с две нотки, зажимаем сразу вот большим пальцем в раз, и вторым и третьим пальцем еще две ноты. Ну и на первых порах я для себя выбрал просто простые вещи. А что может быть проще, допустим, частушек? Вот частушки. И начал отрабатывать аккорды. Вот, допустим, берем три аккорда. Фа, до, соль. Вот, пожалуйста, мажорные частушки. Здесь можно, конечно, добавить еще мажорный септ-аккорд до. Он как для перехода служит. Вот, послушайте. А тут ля мажор септ-аккорд для перехода в ре минор, и пошли в ре минор уже. Тут вот можно си применить. И вот у нас получается примерно уже фа. И вот таким образом вы будете играть, 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 и у вас все как бы лучше и лучше будут пальчики вставать на место. Честно сказать, вот аккорды начал примерно, ну, месяц где-то назад я все эти вот картинки для себя сделал, начал играть, и уже каких-то определенных успехов достиг. Или, допустим, можете взять какие-то простенькие песни и аккомпанемент пробовать к ним играть. Можете, кстати, песни эти все вот на данном сайте скачать. Раскинулось море широкое, бушую вдали, товарищи мне покоя, подальше от нашей земли.
такое вот что-то. Эх, яблочко, прикудишься, попадешь ко мне в рот, больше не откроешься. Эх, яблочко, да на тарелочке, кому водку пить, а кому девочки, а кому водку пить, а кому девочки. Ну вот примерно так и тренируюсь. И еще хотел сразу оговориться, как раз раньше уже сказал вам, как важна аппликатура. И, допустим, обращение аккордов, то есть как раз когда вы будете вот аккорд или так брать различные варианты обращения аккордов, где это надо. Определенная песня, вот когда будете играть, и где-то вам так вот аккорд удобнее будет сыграть, где-то так. Ну вот, скажем, как раз вот вчера скачал «Приходите в мой дом», посмотрел, что там вот. Как раз вот для людей, хочу сказать, которые вот просят показать разборы. Вот вы скачали, допустим, «Приходите в мой дом». Что мы там видим? Аккорды. Ля минор. Начинается песня ля минор. Си септаккорд. Ми септаккорд. Все, и начинаем мы с вами играть. Вот, обыграли аккорд ля минор. Переходим в си. И переходим в ми. Время есть интернет. Раньше не было интернета, невозможно было вот это вот все находить. Сейчас вот, пожалуйста, залез в интернет, нашел, пообщался, если захотел, с хорошими гармонистами, посмотрел, как они играют, уровень их развития, к чему можно стремиться, как расти. Вот посмотрел вчера Сергея Баландина, девочка Пай, очень понравилось. Ну, вчера же скачал. Целый вечер тут вот сидел примерно, ну, примерялся, разучивал. Thank you.
показал вам, где беру ноты, показал вам, как строить аккорды. Дальше уже можете также, может кому-то мои труды окажутся полезными.